замечательно. Теперь я вижу, в небе открылось небо, и оттуда Иисус. Рука Иисуса, Он зовет меня. Он зовет меня к себе. Что-то хочет показать. Я легок, свободен, я лечу к Нему. Здесь нет никаких сомнений. Я вижу Иисуса, Его очертания. Я Его энергетику помню. Я давно уже с Ним общался. И я поднимаюсь к Нему. Он говорит: «Здравствуй, Павел». Я говорю: «Здравствуй, Иисус, Сын Бога. Здравствуй, Бог Иисус». А Он тоже мне говорит: «Здравствуй, Павел, Сын Бога». Так приятно, так необыкновенно. У меня мурашки по всему телу идут, по позвоночнику, по спине. Это признак самых достоверных контактов, 100% информации. Он говорит: «Ну что ж, давай прогуляемся с тобой по небесам». И вот он поворачивается, он от меня справа, и мы идем вместе. Он меня рукой как бы сзади немножко подталкивает, приобнял меня рукой. Я впереди вижу красивое здание, белое, дворец. Такой сказочный, красивый дворец. Источник. Это источник. Исток. Исток. Мы заходим внутрь. Там много залов. Белые такие. Просторные, высокие, высокие потолки. Десятки метров. И он садится в кресло, кресло-качалку, и начинает покачиваться, и мне предлагает сесть тоже. Это очень похоже, как я веду сеансы гипноза, когда сажусь немножко сбоку от человека, так и он. Ко мне, вот так как он гипнолог, а я как будто бы гипнотик. И вот он на меня смотрит и говорит: «Давай я с тобой сеанс проведу». Я не против. Давай. И он мне говорит: «Закрой глаза, расслабься. Закрой глаза, расслабься». И спрашивает: «Чего ты боишься?» Я говорю: «Смерти близких только». Он говорит: «Ты понимаешь, что ты человек, и человеку свойственно бояться. И такие моменты, как смерть близких, это естественный страх, особенно смерти детей. Это естественный страх родителя перед потерей близкого. Он говорит, что есть те, кто, кому вышло на долю такое испытать, и они прошли через это. Есть те, кто прошел это в прошлых жизнях,
позапрошлых жизнях и так далее. И такой опыт ему уже не нужен. А есть те, кто сейчас проходит такой опыт и очень сильно страдают. Но вот как раз страдать и не надо. Потому что само страдание – это чернеть. Душа чернеет. А нужно радоваться возвращению души к истоку. Исток. Душа возвращается домой через ту дверь, через которую она выходила в мир земной. И дверь открыта. И ждут эту душу обратно. И когда произошел смертельный случай, душа через эту дверь открытую, она находит инстинктивно эту дверь и возвращается обратно к истоку. А там дом полон гостей. Праздник. Вознесение. Вознесение называется этот праздник. Душу ждут, как из дальнего-дальнего плавания. Или из долгой-долгой командировки. И сажают за стол. И сидят все вокруг, радуются. Веселятся. Обнимают. Истории рассказывают, показывают. Ситуации жизненные показывают, рассказывают. И душа быстро приходит в себя. Она чувствует необыкновенную любовь, необыкновенное тепло близких, необыкновенное тепло родни, родственных душ. И ей становится необыкновенно хорошо. Так хорошо, как никогда на Земле не было, или почти никогда не было. Что-то похожее было в некоторых семьях, но в большинстве семей на земном уровне не достигают такой уровни любви, тепла, заботы. А там истинная семья, чистая, открытая, искренняя любовь, искреннее тепло, искреннее в глазах, в энергиях, в воздухе летает. Безграничная любовь. И чем сильнее плачут на земле, страдают, тем реже к ним она возвращается, душа. Тем реже она думает про них, и тем реже она к ним возвращается, потому что там боль. И если вы хотите как-то синхронизироваться
с душой ушедшего вашего близкого, родного человека, это можно сделать только через любовь. Через измененные состояния, такие как гипноз, транс, и через искреннюю любовь вы можете чувствовать эту душу. И таким людям она будет приходить и во снах. Тогда это безопасно. Она не испачкается, не повредится. А тем, кто страдает, злится, ищет справедливости, бегает, стучит во все инстанции, там боль, там тяжело. К таким она не будет приходить. Незачем. Это опасно. Так что продолжайте любить своих родных и близких искренней любовью. Несмотря ни на что. Ну, вот здесь все, что я хотел сказать. Отлично, пойду. Можете возвращаться. До следующей встречи. Сейчас мы будем делать вывод. Угу. Итак. Да, я благодарю Иисуса за контакт, приятную беседу, приятную лекцию. За красивые виды и ощущения, которые подарил мне Иисус. Да, потихонечку я встаю, как бы, и ухожу обратно по длинной-длинной лестнице вниз. Возвращаюсь на землю, в реальный мир. Да, читай мне текст, выводы. Сейчас. Я посчитаю от 1 до 5, и вы выйдете из состояния гипнотического транса. 1. Мощный поток энергии продолжает входить в макушку вашей головы. 2. Ясные светлые мысли возвращаются в голову. 3. Появляется желание шевелить пальчиками рук и ног. Границы тела восстанавливаются. 4. Делайте глубокий вдох. 5. Вы открываете глаза. Здесь и сейчас вы полностью возвращаетесь в тело.